Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить игру Super Mario Bros. Wonder. И, короче, куда нам надо дальше? Сейчас попробуем разобраться. Наверное, сюда. Денис Перекладина. Посмотрим, что надо здесь сделать. Так, выбрать значок. Ну, у нас... Какой сейчас стоит? Я что-то даже забыл. Ой, я что-то... Ой, я чувствую так подтормаживать-то, алё. А что это за блок, подождите? Опа. А, у меня стоит блок... у меня этот значок блоков нужных мне стоит. Ну как нужных? Блоков, которые будут помогать что-то делать. О, цветок. Блин, почему подтормаживать так стало? Очень прям как-то неприятно, я смотрю. Так, монетка розовенькая пригодится. Так, супер цветок, который пузырики пускает. Да, чё, подъем? Легко было. Все легко было, дружок. Растущий. Чекпоинт, и что-то прям какие-то фризы неприятные прям только что были, когда эта прокрутка экрана была. Зачем она? А зачем нам назад? О! Еще раз, я хочу цветок этот. Подождите, может его надо обратно? Может его вниз надо? Наверное. Наверное, вниз его надо было, действительно. Фиг с этой десяткой. Перебьемся. А, подождите, мы же на пузыриках можем это подпрыгивать. Надо попробовать сейчас сделать вот это вот и добыть, допрыгнуть до блока до этого. Хорошо, хорошо, неплохо, неплохо получается. Да, конечно, я в курсе. Тут с этим вообще как-то легко было. А это обязательно, вообще был. Опа, хорошо. Другие линии. Куда-то привести она должна, что ли? Опа. Интересно, интересно. Нам явно надо в подъем в этот идти. Куда-то наверх. Ну, что-то не допрыгивает. Опа! О, тихо! А, я забыл, что по ним можно лазать. Великолепно! Семечко получили. Здорово! Я соскучиться не успел еще, если что.
Так. Так. Ну-ка. Ну-ка. Так. Чудесно, да. Да, я 13 декабря записываю это видео. Так, а тут можно получить эти новые. Семечки. Одно только. Передышка, прогулка в облаках. Не знаю, нужно ли оно нам, но давайте попробуем. Попробуем. А, я думал, что это за звук, она опускается, оказывается. Нет, нам такого нельзя. А, нам надо 5 монеток таких собрать, короче. Отлично, отлично. Это было недолго. Что? Эх, что ж делать, что ж делать-то? Вот как, теперь на тропе, которая ведет сюда, снова спокойно? Какое облегчение. Я ведь сюда поднялся сразу тропу и перекрыла. Так я здесь и застрял. И на вершину теперь тоже не подняться. Хотя было бы здорово, конечно. Может, не судьба мне покорить эту вершину? Все судьба, нам одного семечка не хватает. Прыжок с подлетом. А это что? Победи и проходи. Давайте сначала прыжок с подлетом. Испытание значка. Научитесь пользоваться каждым значком. Так. Позволяет прыгнуть выше обычного прыжка, я так понимаю. С небольшим подлетом. А, он... А, я понял. Он прыгает как Луиджи. Или Йоши. Как Луиджи или Йоши прыгает. Так умеет прыгать Луиджи или Йоши. Но правда Йоши немного подлетать еще может, а этот просто опускается. Блин. А что надо сделать? Опа! Я сдох. Но тут был чекпоинт. Что надо сделать-то? Мне нужно наверх или как? Я так понимаю, мне нужно наверх. Да, определенно. Да, но мы без проблем перепрыгнем. Последний рывок! Ой, зря я это сказал. Да. Отлично, прошли это. Так, теперь у нас достаточно семян, чтобы... Да. А почему бы... Наверное, нет, пусть будет. Пригодится. Полезный значок. Победи и проходи. Посмотрим, что здесь. Прыгая с вращением, можно бросать огненные шары в обе стороны. Ничего себе, серьезно, что ли?
Ворота откроются, когда победите всех врагов. Если поторопитесь, вы можете получить дополнительные награды. Это испытание можно проходить с друзьями. Что выберешь? Вот это, пожалуй. Наверное, все хочется. Вот в обе стороны он кидает, да. Как мне и сказали. А, их можно и так убивать. Без шари, без шара. Великолепно. Еще 8. А у нас нету бонуса теперь. А, подождите. Мы же можем вот так сделать. Что-то я совсем забыл про вот эту фигню. Да, блин. Но я без бонуса не сделал бы это, наверное. Так, автоматический гриб. Хотя от него толку было не очень-то много было, вроде. Почему эта труба заткнута, кстати? Блин, заново все это делать придется. Ну, ёшкин декод, да? Отлично. Второй раз бонус потерять этот не хотелось бы. А и вот потерял я его. И даже два бонуса потерял. Да! Короче, покинем этот уровень, что-то он мне не особо по зубам не... Чё-то не очень получается у меня пройти его, ну да ладно. Чё, не знаю, сразу в замок этот... Почему? Что это такое? А поскольку там 4 звезды, давайте возьмем Йоши. Возьмем красного Йоши. Причем у нас уже был зеленый, теперь пусть будет красный.
Ритмический уровень. Я не смог это пройти. Как печально. О, это ты. Откуда ты здесь? Но я все равно почему-то прошел этот уровень. А, секретный выход, типа так, как я его не должен был пройти. Не получив ни одного семечка. Давайте попробуем еще разок, если не получится, то уйдем с этого уровня. И пойдем, наверное, в этот, в замок. Поторопиться надо. Да нет, нет, я не успею, я не могу допрыгнуть до этого блока. Короче, иди, давайте в замок уже идти, короче. Ну это, ну ладно, это на самом деле не замок, а просто уровень открыли. Подбирая суперзвезды одну за другой, можно продлить эффект. Ну это я знаю. А, блин, вот это подстава сейчас была. Неприятная. Так. О, блин, я думал, нам в эту трубу надо будет идти. Вот это отстой сейчас был, конечно. Ой, блин, чуть не упал. Да что ж такое? А, это набрать воды чисто. Кажется, что-то пропустили. Наверное, но не знаю. Не сильно это беспокоит, если честно.
эффект на панциря, эти штуки откидывают. Что тут написано? Вы почти добрались до вершины. Но впереди вас ждут еще большие опасности. Может заглянуть в лавку Полины за... Кстати, вот на той стороне еще, по-моему, остались уровни. Может туда сходить посмотреть? Возьмем Марио. Перевал Жукендер. Поехали. В огненной форме можно бросать огненные... Бла-бла-бла-бла-бла. Самое простенькое, говорите мне. Снежок. Да, я знаю. Опа, звездочка. Так, это кто такие? Цветок в вакханалии. Нам что, только что нам надо сделать, чтобы он открылся? А, вот что надо. Надо было немного подождать всего-то. О, жесть какая творится. Хорошо. Два семечка вон получили, или подождите. Нет, одно. Что-то я не получил семечко за вакханалию. Чего-то я, видимо, до чего-то я там, видимо, не добрался немного. Прыжок по стене. Ну, давайте посмотрим. Так, значок у нас автоматически выбрался. Отпрыгните от стены и нажмите B, чтобы прыгнуть один раз вверх. А, я понял, что надо сделать. Так, так. Так, так. Не падать. Желательно. Блин. Сложное место, конечно. Такие маленькие вот эти плиты, боишься. Ой, какие плиты? Блоки, что боишься на них упасть. А я не допрыгнул до туда. Сложность 4 звезды в этом заключается, что до
Что сложно прыгать, что до них допрыгнуть сложно, вот так что ли? Да что ж ты будешь делать-то? Ну, давай, запрыгивай! Ага, отлично. Вот сейчас распрыжки у него хватило. Да, походу сложность заключается в этом, что вот если мы упадем, то все, то опять с самого низа начинать придется. Это он мне подсказывает, какой у меня значок, что ли, висит. Я в курсе, мил друг. Бла-бла-бла-бла-бла. Глубокий вдох твой. Я в жопу тебе засуну твой вдох. Ай, блин. Вот это место реально сложное, я вижу. Что ж делать-то? Как бы тут, блин, ну как туда-то, я не понимаю. Будешь слева или справа? Так справа не получается запрыгнуть. А на вот эти стенки нельзя, не это. Это реально сложный уровень. И вовсе не в том, что на нем можно умереть. На нем-то нельзя умереть. Короче, надо как-то слева запрыгнуть. Вот сюда надо постараться. Вот так. Нет! Нет, я упал! Такие фризы пошли, я из-за них аж упал, блин. Вы видите, как ужасно сейчас лагает. Будешь слева или справа? Да, блин. Будет такое чувство, как будто я какой-то сложный паркур в Майнкрафте сейчас прохожу. Да Блин. Блин, реально сложный уровень. Этот уровень реально один из тех уровней, который может порвать немного жопу. Да блин, опять я упал. О, господи ты, боже мой, ну сколько можно, а? Уже заколебался падать. Ну, наконец-то. Фух, блин. Сложный уровень был. Похоже, мы теперь узнаем. Мы теперь умеем обращаться с этим значком. Нацепить.
Да, пока нет, наверное. Если нужно будет, нацепим. Тайна головоломок какая-то. Что за тайна головоломок? Давайте посмотрим. Некоторые особые блоки может видеть только Луиджи. Это как, интересно? Какие же такие блоки? Найдите на уровне все чудо-фишки. Если не выходит в одиночку, пробуйте искать вместе с другом. У меня нет друга. В настоящее время здесь. Это для Пич, это для Кралика. Так, понятно. Короче, для каждого персонажа, видимо, этот уровень будет по-своему. Не в одну ли из этих труб надо было залезать? Или вы хотите сказать, что мне надо вниз идти было? Мне кажется, это... Мне кажется, я сдохну, если я прыгну в эту яму. Так, блок. Желтого Йоши. Что-то я не пойму, а где еще две? Привет. Может, тут еще где-то есть, а я просто упустил. Наверняка. А, нет, это не пропасть, это проход вниз. Оказывается, да. Осталась еще одна монетка, которую я где-то пропустил. Которую я не вижу. Просто не вижу. Может, это где-то этот невидимый блок должен быть. Может, я еще что-то упустил в этом месте? Может, там еще что-то есть? Нет, там невидимый этот потолок. Там ничего нету. Блин, я не знаю, где еще один блок, серьезно. Ну, короче, фиг знает, я не знаю, где вторая монетка. Просто понять не имею, где. Ну, короче, где-то тут подъем должен быть, но что-то не идет она по нему. Типа с того островка тоже можно было бы сюда попасть, но что-то я не знаю как.
Что это? Летучий корабль. Ну, поехали. Три звезды. Грозно выглядит этот корабль. Сейчас. Блин, тут еще и автоскроллинг. Странные какие-то враги немного. А, они выпускают что-то наверх. Я откуда знаю, где ты? Ну как, точнее я знаю, на корабле, а ты был в ящике. Это реально музыка тут не очень прикольная. А, блин, а я не знал, что он оттуда выйдет. А, вот как надо было трубу ту открывать. Хорош, что-то сейчас будет. Они взрываются. Надо оберегаться их, да? Уворачиваться надо от этой штуки, которая стреляет в нас. Блин, я не знал, что она выстрелит. Я до чекпоинта хоть добирался? Да, добирался, только чекпоинт очень далеко находится. Да блин. Это было с слоном сразу нарядиться, я что-то не подумал немного. Отлично. Еще один чекпоинт. А, блин. Кто знал, что вылетит бомба? Thank you.
Силёнок не хватает подвинуть, что ли? Где это мы? Это внутри корабля? Как-то тут немного стремновато. Обалдеть. О, господи! Впечатляюще выглядит. Сейчас все нафиг взорвется, что ли? Ну да. Страх-то какой. Вот что не люблю, так это высоту. Но, кстати, я слышал, что есть значок, который позволяет спастись при падении. Он продается где-то на этой горе. Получив новый значок, можно нажать R и посмотреть свою коллекцию или сменить значок. Ну, сколько можно напоминать уже об этом, что я могу посмотреть. Так, ладно, новые уровни. Следующие будем проходить в следующей серии. На сегодня все. С вас Лекоспсузы с нас. Ой, это с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримовский канал, блоговый канал, Спадеру ВКонтакте. И всем пока.